Моя любимая. Я сейчас, я уверен, тоже влюблюсь, потому что визуально очень интересно. Опять же, если говорить о цене, 1690 рублей за эту обувь, номер лота этих ботинок 75-173, возникает вопрос. Они настолько хороши, да. Цена низкая, вот как быть? Нужно, наверное, брать. Конечно, брать тут, значит, хорошие сапоги, надо брать. Вот так вот, Тимур. Я, честно, так и поступила. Я не просто так говорю, что это мои любимые ботиночки, я себе такие и взяла. Притом они выглядят настолько изящно, настолько деликатно, что никогда и не подумаешь, что это зимняя модель. Ощущение, что они из Италии. Вот. Согласись, да, абсолютно верно. Крой потрясающий, просто сумасшедшие красивые ботиночки. Я недаром говорю, что это ботинки леди совершенства. Посмотри, какой лондонский стиль. Да. Как статусно, как дорого выглядят эти ботиночки. Насколько аристократично, насколько элегантно, сдержанно. Как здорово, что такая элегантность выдерживает до минус 30 градусов. Да, кстати, ты заговорила о лондонском стиле. Действительно, я сейчас по второму кругу просматриваю сериал «Острые козырьки», и я вспоминаю, что да, там дамы передвигались именно в такой обуви. Ну и опять же, мы возвращаемся к тому моменту, о котором я постоянно повторяю. Это, уважаемые дамы, конечно же, цена. Это ключевое, что должно вас сподвигнуть сделать правильную покупку, и только сейчас. Учитывая, что эти ботинки можно использовать до минус 30 градусов, выбрать размер от 36 до 40, опять же, цена. В данном случае вы экономите, внимание, 2300 рублей. И мы вам спешим предложить, на сайте рекомендуем эту обувь за 1690 рублей. Мы очень легко объясняем столь низкую цену. При сохранении максимального качества мы находим производителя непосредственно. Далее выбираем то, что нам интересно, то, что будет интересно нашим покупателям. И как только мы убеждаемся в том, что действительно это качественная обувь, договариваемся на скидку. Вот таким вот образом и происходит торговля в нашем ТВ. Вот так вот. Ну, это действительно подарки судьбы. Более того, хочу сказать, что мы действительно очень придирчивы к качеству. Да. И в данном случае мы имеем дело с качественной эко-кожей. Посмотри, какой легкий глянец, какая фактура у нашей эко-кожи. И она выдерживает абсолютно все. Мы привыкли доказывать не словом, а делом. Посмотрите, как легко и просто скатываются капли. Они формируются на поверхности. У нас имеется заводская пропитка. И далее ее освежать никак не нужно. Вы понимаете, что вы единожды просто приобретаете такую пару обуви, а мы не настолько богаты, чтобы каждый сезон себе новое что-то покупать, знаешь ли. Нам нужно одно и на века. Эко-кожа как раз из таких материалов. Вообще сносу нет, понимаешь? Они буквально вечные. Замечательный материал. Посмотрите, еще даже краше стали. Да, и опять же, не нужно тратиться на какие-то аэрозоли, которые защищают от влаги вашу обувь. Они стоят, ну, надо сказать, достаточно дорого. Около 1000, а то и 2000 рублей. Буквально недавно приобретал подобный баллончик. Так вот, они слабо работают. Mm-hmm. Здесь пропитка заводская, и, соответственно, они уже имеют это напыление. Конечно. 33 пары всего остается. Остатки сладкие. 75-173. Это номер лота этих ботиночек. Назовите его нашим оператором. И 39-й уже закончился. 40-й, 36-й, 37-й, 38-й есть пока еще в наличии. В ограниченном, конечно же. Пожалуйста, торопись, сделайте свой заказ. И ты знаешь, я понимаю, почему ограниченное количество. Но дикий ажиотаж, огромный спрос в нашем колл-центре. Потому что помимо эко-кожи здесь еще и голенище из-за казамши присутствует. Смотри, какая имитация двоечки. Будто бы такой шикарный носочек. Элегантно мы впорхнули, как юные гимназистки. Очень миленько смотрятся данные ботинки. Далее мы рассмотрим, конечно же, подкладку, потому что эко-мех никто не отменял. Мы напоминаем, что это серьезная зимняя коллекция. Это тепло, это комфорт, это стойкость материалов. Мы знаем, что мы живем в России, а здесь самые холодные морозы, как правило, бывают. Поэтому нам важно не замерзать. Эко-мех присутствует. Но, естественно, я не могу не обратить внимания на каблук. Тимур, вот ты знаешь, моя мама опять-таки говорит, каблук не для меня зимой. Вот что делать? Ну что делать? Надо ей объяснить, что бывают разные каблуки. Вот, конечно. Вот ты это понимаешь. Да, вот молодец. Даже я. Каблуки бывают разные. И здесь самый стойкий каблук. Он невысокий. Он у нас примерно, ну, где-то сантиметров 6 в высоту. Далее у нас идет компенсация почти в 2 сантиметра. То есть, по сути, сам каблук 4 сантиметра всего лишь составляет. Здесь он 6 на 6. То есть, каблук устойчивый. И вы сами понимаете, у нас стоит профилактика антигололед. У нас глубокий протектор. Поэтому даже с таким элегантным каблуком вы встанете на самый скользкий путь и не упадете. Да, вы не упадете, никто не будет наблюдать вас падающую. Ни в коем случае нет. Напротив, на вас будут смотреть, как на девушку, которая, во-первых, идет, получая удовольствие от использования этой классной обуви по всем параметрам. Но, опять же, люди зададут вам вопрос, а где вы приобрели эти ботинки и за сколько? Если вы скажете, что взяла за 10 тысяч, вам поверят. Но вы-то для себя прекрасно знаете, отдаете отчет, что правильные покупки совершаются только на Дисконт ТВ.
Прежняя цена за эту обувь была 4000 рублей без 10 рублей. Мы смогли договориться на скидку в 2300 рублей. А такого просто нигде не бывает и никогда. Но у нас уникальные специалисты, и мы ими, кстати, дорожим. Новая цена за эту обувь 1690 рублей. Остается 22 пары всего-навсего. Надо успеть попасть к числу этих счастливчиков, либо счастливец. И мужчины, если смотрят сейчас телевизор со своими женами, парни, давайте будем честны и откровенны. 1690 рублей за эту стильную, теплую обувь, это уникальная и очень низкая цена. И, девочки, если вдруг вы сами решили о себе позаботиться, то, в принципе, флаг вам в руки. Кстати, сажаются ботинки тоже идеально. Фиксируйте шнуровочку, высоту своего подъема, а пользуйтесь в дальнейшем боковой молнией. Это очень практично, не нужно каждый раз зашнуровывать и расшнуровывать.